Если Бог не может нагрешить, как же всемирный потоп, Содом и Гоморра, убийство, разве не грех? Так вы понимаете, грех – это движение против Бога. Как Бог может против себя? И даже если он что-то натворит, тут этот же тут же сразу станет святой. Понимаете? Ну, это как бы так, такое свойство, от этого никуда не денешься. Это как вот, если, например, у человека есть такое волшебное свойство, все, к чему он прикоснется, все превращается в золото. Ну, например, да, мультик я какой-то смотрел на этот счет. И вот он, что бы он ни коснулся, что бы он ни взял, все тут же становится золотым и, конечно, совершенно бесполезным, потому что даже кушать он не может, потому что он дотрагивается до этой курицы там, да, или там, кусок мяса, и оно тут же бук золотым стало. Ну, что с ним делать? Вот. Все становится, для него это проклятие, потому что он ничего не может сделать, все становится тоже золотым. Вот так и Господь, ну, все, что он, что бы он ни сделал, это все сразу же ореолом божества, святости, все это одухотворяется, и все это тут же превращается во благо, в добро, не знаю, в жизнь, в свет, в радость и во все, что хотите. Никуда не деться от этого.